В Одессе имеем честь присутствовать и участвовать в этом процессе. И, конечно же, начнем с того, что у нас есть исторические дома. Василий Навроцкий, редактор «Одесского листа», практически рядышком находится тот дом, в котором он творил. И, конечно же, он привез первый автомобиль ровно 125 лет назад из Франции. И, на самом деле, в тот же год прошла гонка «Одесса Николаев Одесса». И, как вы, наверное, мало кто из вас знает, помимо того, что первый автомобиль был привезен именно в Одессу, как уже сказал Дмитрий Васильевич Навроцкий, первое автомобильное соревнование авторалли состоялось тоже именно здесь, в 1907 году, ралли «Одесса-Николаев-Одесса» начало автомобильную историю не только Украины, пожалуй, и царской России. Ну, а мы возвращаемся в нашу новейшую историю, 1994 год. Ралли Одесса. Именно с этой гонки стартует чемпионат Украины по ралли. И на самом деле, один из спецучастков, который был на той гонке, используется в сегодняшнем ралли Куяльник. Ну, название, собственно говоря, было изменено в 95 году, и, соответственно, сейчас это Куяльник. Для тех, кто не знает, ралли будет проводиться в селе Северинова. Если кто-то из вас там не бывал, а кто-то помнит историю этого села, то раньше оно имело название Потоцкое. В большевистской России и Украине оно было переименовано в Северинову. И как бы существовало после того своим обычной сельской жизнью. Тем не менее, в селе сохранилось очень много исторических построек. Для тех из вас, кто восхищается древней архитектурой, будет полезно побывать там и посмотреть на те дома, которые сохранились еще с давних времен. А также в гонку посещение этого села вам понравится тем, что ландшафты, пейзажи, которые вы увидите там, вам оставят хорошее впечатление. Ну и для справочки, если кто-то еще помнит из кинематографа, там снимался знаменитый фильм «Зеленый фургон». Ну что ж, гонка — это сложный организационный процесс, в котором задействована действительно большая масса людей и служб. Правоохранительные органы, медицина, МЧС, связь, оцепление, судьи и, конечно же, маршалы. За многие годы невероятное количество людей помогали выполнять эту работу. Мы искренне благодарим всех за их поддержку. С большой благодарностью. Конечно же, первая легенда — Федор Владимирович Шахматов. Человек, жизнь которого полностью посвящена автомобильному спорту, например, которого равняются многие поколения людей. Вторая легенда — Сергей Леонидович Лукович, неоднократный участник и призер многих этапов чемпионата мира по ралли СССР, Украины, Финляндия, Швеция, Греция, Великобритания до сих пор помнят филигранную технику Луковича. Итак, встречайте экипаж под номером 1. Ребята являются и неоднократными победителями этапов Кубка Лиманов. Они являются абсолютными победителями Кубка Лиманов. Ваши аплодисменты! Они не зря носят первую цифру в пилотоне. Ваш автомобиль. До встречи завтра на трассе. Ну и, конечно же, до встречи на подиуме. Ралли Куяльник 2016. 3, 2, 1, старт! И под наши аплодисменты первый экипаж выходит на трассу. Ну а мы приглашаем на подиум экипаж под стартовым номером 2. Кадученко Ярослава, Евтакимов Максим, город Киев. Команда Ультра GP и, конечно, ваши аплодисменты экипажу, как вы видите. Ваши аплодисменты, спасибо. Эти аплодисменты Алексею Долоту и Тарасу Колеснику. Ну что ж, 3, 2, 1, старт! Ребята, вы молодцы. Ну что ж, Одесса, держись, третий стартовый номер. Топор Руслан и Перова Марина. Город Одесса, сейчас помогу! Одесса, включайте ваш экипаж! Аплодисменты, друзья, вам. Аплодисменты. Смотрите, даже... Так, не едем мы куда.
Ні, многие из нас. Будь ласка, Любомир, от, да, зніміть окуляри, помагайте людям. Дійсно, покажіться, що ви є. За сторони штурмана. А я за сторони пілота. Шаповалов Юрій, Шумаков, Любомир. Три, два, один, старт! Ну что ж, а на подиум приглашается один из лидеров. Красава! Еще один экипаж, который пока шибурные аплодисменты, будет вам также отвечать своими приветствиями. Потому что перед вами неоднократный призер чемпионата Советского Союза, Украины, неоднократный победитель этапов и абсолютный победитель Кубка Лиманов, Владимир Петренко и его постоянный штурман Дмитрий Зиновьев. Ты видишь, они еще играют быстрее, быстрее. Люка, не тормози. Молодцы! Мы финишировали, а экипаж стартует. Владимир Петренко, Зиновьев, Дмитрий. Три, два, один, старт! Аплодисменты, не слышу! Ну что ж, Одесса, встречай! Седьмой стартовый номер! Громче, громче аплодисменты! Тананевич Дмитрий, очень быстрый пилот, поверьте мне! И завтра те из вас, кто будет в Севериновке, в этом смогут убедиться! На бортах машины написано одноименное название его спортивной компании «Саш». Ну а путь, ребята. Если есть возможность выходить из автомобиля, ребята. Нету? Дим, а ты знаешь, удивительно красивый раскрас вашего автомобиля напоминает мне, ну вот, соту. Медовую соту. Это как-то связано с производством меда? Не ошибаюсь. Да. Эта компания занимается другой сферой деятельности. Итак, экипаж готовится к старту. И под ваши аплодисменты мы говорим. Три, два, один, старт! Ну что ж, на подиум приглашается экипаж под стартом номером 11. Камицкий Юрий и Рощенко Андрей. Поташ Киев. Ну и, конечно же, бесплатная Субару в классе P8. Ваши аплодисменты этому экипажу.